В России впервые за 6 лет снизилась заболеваемость ВИЧ. В 2018-м этим ретровирусом заразились 86,5 тысяч человек. Это на 2100 меньше, чем годом ранее. Такие данные публикует РБК со ссылкой на Роспотребнадзор. Более ранее статистика не опубликована. В целом за 6 лет рост числа новых выявленных случаев ВИЧ составил 25%. По данным Минздрава России, на данный момент в федеральный регистр внесены данные о 714 тысячах россиянах с диагностированной ВИЧ-инфекции. В тройке регионов лидеров по смертности от ВИЧ – Кемеровская, Иркутская и Свердловская области.